мурашки по коже ходили. Были там танки, бронетранспортеры, эти еще самолеты военные. В памяти у священнослужителей из Донецка все то же, что и у простого беженца. Диакон из храма в поселке Буково-Платово Луганской области. Вместе с матушкой и детьми уже месяц живут в Рыбинске. Родители вовремя приняли решение уехать. Сейчас их дом уже стерт с лица земли. Когда мы уехали, дом еще был целый. А когда уже, вот, находясь уже здесь, получается, был авианалет, и были просто вот сильно начали бомбить с установки «Град». Попали снаряды в дом и... дом разбомбили, поэтому, к сожалению, возвращаться нам некуда. Здесь им предоставили комнату при архиерейском подворье в Югской Дорофеевой пустыне. Детей взяли в школу. Однако главная проблема для семьи – это статус ее главы. На родине отец служил диаконом при местной церкви. Когда встал вопрос о переезде, с работы его не отпустили. Сейчас он официально в отпуске. Я должен буду сейчас пока устроить свою семью, вот, и опять вернуться на место своего служения, если меня в дальнейшем не отпустят. А это значит, что поездка отца Михаила на родину может быть в один конец. Он очень волнуется за семью. На сегодняшний день есть проблемы даже с питанием. Кроме этого, Землянухины просят поделиться с ними теплыми вещами и канцелярскими товарами. Пункты приема помощи открыты в ДК Волжске, Переборы, Вымпел, Слип и в Рыбинском комплексном центре социального обслуживания. Ольга Хромова, Владимир Выдумлев. День в событиях.